перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Дай мне сигарету. Комплементарный батл, чуваки. Этот Александр Богданцев. Салют. Всем салют, это Александр Богданцев. Он прибыл прямо из Бишкека, взял с собой бластер и готов унижать людей. Какая-то хуйня. Pussy Gang какой-то чувак написал. Бля, чуваки, короче, Pussy Gang это на самом деле не круто, типа, я же называл Playblack это, типа, и чуваков. Вообще не говорите Pussy Gang, это хуёво, не называйте себя этой хуйнёй. Роман. Pussy Gang. Pussy Gang просто. Сикенка это сладкие мальчики. Полупидоры, вот полупидоры из Сикенки. Кидаю свои деньги на карточку Сбербанка. Правильно говорит Сбербанка, чуваки. Жак, блядь, скажи. Сбербанк, нахуй. Что за хуйня? Вообще не шарится, что ли? Нахуй он курит навоз, пишет. Кто? Какой-то чувак. Кто курит на вас? А кто курит на вас? А где же Каджо? Вот он же Каджо. Вин 45. Вин 45 гениальный ник, кстати. Как там в качалке дела, пацаны? Ну, Саня. Контент создай. Пишите только хуйню, хорошо, блядь. Он еще вас плохо знает, блядь. Давайте шуточки придумайте про вот этого парня. Я готов, давайте. Любую. Он только недавно прибыл с Бишкека, он еще не окультурился сильно. Я слышал, что в Бишкеке сейчас хорошая погода. Он сегодня, блядь, в спасе помолился. Ну, хорошая погода не там, где она, а там, где мы, блядь. Оу, праздник каждый день, ведь праздник это я. Йоу. Жикаджо стильный мэн, да, Жикаджо. Вот он. Посмотрите на него, посмотрите на его футболку, блядь, посмотрите на его штаны, блядь. Мистер Шеф, мастер Шеф игры, блядь. В семье не без Жикаджо. Подходите свой штан. Дима Шум до того, как стал известен. Бля, что-то вообще ничего интересного не пишут, Жека. Да, нужно что-то интересное. Пуси-пупси. Желательно шуточки всякие пишите, только интересные. Только не ваши пуси-шуточки. Да, не пуси-шуточки. Скажите, сгейный. Экстра-шуточки. Кстати, мы придумали киргизскую версию Такаши 69. Как-нибудь я ее зачитаю в истории, вы охуеете. Это просто хит на киргизском будет, реально. Давай,
Да, чуваки, кстати, мы пишем альбомчик мой сольный. Скоро все будет, скоро будут бомбы горячие, скоро будут охуевшие бенгеры. Ремень ебет детей. Нет, чувак, корифей ебет детей. Ремень не ебет детей. Ребят, ремень ебет плейбэк. Ебет ремень. Скажи это. Еще раз. Зачем повторяться? Все не так, все ясно. Он хотел сказать, что ремень ебет плейбэк, и они меняются. Такая хуйня, наверное. Корифей ебет курей. Как он такой? Как вариант. Да, свиней. Много простых рифм. И, кстати, простые рифмы самые охуенные. Запомните, типа. Не надо придумывать велосипед. Рифмуйте просто. Главное, чтобы это было искренне. Все так лучше, да? Ты куришь пусть и сигареты. Мэн, мы просто беспокоимся о своем здоровье. Подожди, давай флекс. Покажи им чиллер флекс. Засаживает. Витание просто. Бля, что за чувак, чуваки? Он читает, как все, любые рэперы. А, как все? Он по-моему, похож на пусси рэпера, да. Он дома дрочил очень долго эту секунду. Но у него наушники, как у нас, так что он шарит, походу. Наушники, как у нас? Да, по-другому шарит. Да, я хочу вот из очереди постоянно. Че, давайте будем кого-нибудь подключать, только интересных персонажей, не всяких чуваков странных. Лагать, думаешь, начнешь? Экстремальный флоу, окей, нам нужен побольше чек. На альбоме будут все треки про шмаль, стиль и так далее. Я вызываю Рацмина на Фиделио. Еее, сычешь. Вот он уже все, чувак, за меня рассказал. Ты пернул, ты ушел. Если я крикну Plates Black Loch, он выложит трек. Бишкек не спит и смотрит твой прямой эфир. Е, чуваки, да не, на самом деле ложитесь спать. Ничего не будет из суперски интересного. Просто мы с чуваками собрались на квартире и трещим. Да, кстати. Вот же Каджо Гонсалес, да, на базе собрались. Ребята, скоро будет Oh God Damn Show. Да, кстати, скоро будет Oh God Damn Show. Просто гениальное шоу. Oh God Damn называется. Сначала будет God Damn Show, это будет пробный. Потом будет God Damn Tour. Гадем тур мы обязательно объявим. Потом следующим будет О Гадем тур, чтобы уже точно поняли. И последний заключительный будет OG Lifestyle. Нет, это не, это не заключительный, через да. Через полгода после заключительного тура будет еще один тур, будет называться У-тур. У-тур, где У это успех и уверенность, чуваки. Запомните. У-тур. У-тур. У-турки, блядь. У-тур, блядь. У-тур. Я самый У. Ты самый У. Я самый У. Ты самый У. Я и У. Ту игру, где ты продул. Бля, ЖК Джо гениален просто всегда. Хотел, хотел какую-нибудь мордочку сделать, потом понял, что... Кроме этого, вот на этот вопрос никак по-другому ответить нельзя было. Чиллер, какой-то чувак пишет, можно к вам прийти? Конечно, приходи, если мы знакомы. Что это? Блять, я два раза отправила сообщение. Пиши еще раз, я что-то проебал, реально. Вот как отдыхают успешные музыканты. Здорово, нигер, здорово, бля, У-тур. Вот сечешь, У-тур это гениальность, блядь. Где У это успех и уверенность. Ублюдок. Ублюдок, да, в конце. Не мой, тихо, какой-то чувак, видать, написал шутку. Не мой сказал глухому, что слепой видел, как без ноги дошел до Ислы и пнул его в качестве. Посередине шутки стало скучно. Давай следующую это. Да, блядь. Заявление можно сделать? Заявление, давай, да, Жека, заявление сделай. Наша музыка – это вызов. Эти все трусы, которые боятся быть наверху, просто логи. Мы делаем это прямо здесь и прямо сейчас. Self-made, ублюдок! А это Александр Богданцев, он недавно прибыл из Бишкека, кстати, посмотрите на него. Вот оно. Давай, Саня, блесни что-нибудь. Оу. OG Lifestyle. Надеюсь, это... Салам, браза. Здесь Каспер пишет. Салам, салам, бро, Каспер. Бро, где твои семечки, бро? Здорово, Окси. Когда в Минск, белый братик?
в Минск, блядь, это очень заманчиво на самом деле. Когда-нибудь, да, Goddamn Tour скоро будет, и мы типа приедем в ваш город и будем разъебывать. По-серьезки все. Да. Ну, в Минске опасно, просто в Минске может за сухожилие укусить перед клубом этот, как его? Я забыл. Макс Корж? Нет, это толстый такой. Эмю Офишел. Эмю Офишел? Да, он может покусать возле клуба, это опасно. Просто У-тур. Эй-эй, Артур, эй-эй, Артур, добавь, поговорим. Эй, Артур, давай в У-тур. Эй, Артур, давай в У-тур, реально. Ну как тебе вообще эта идея? Это идеально, типа, подсаживайся и У-тур. И мы хотим, типа... Не, У-тур это гениальность, по-моему. Мы хотим назвать ОГТМ. Ого, дэм, здорово, бандиты, Yellow Che, пишет, здорово, бандиты, чиллер, кстати, что-то Yellow Che можешь сказать. Помнишь, как мы смотрели их выступление в этом, блядь, на альбоме третий, и они просто разъебывали там. Я получил тогда эстетическое удовольствие, реально, это было. Эстетическое? Да. Ты смотришь на меня, это эстетика. Эстетика. Мне кажется... Кинемакорник. Да, в капюшоне, как кинемакорник. Пока не покормим, жду, пока меня кто-то покормит. Салам из Новосиба, салам на Басиб. Йоу, набери, бро, нужно! Пиздец, Лекс Камынин пишет. Что скажете? О, а у него есть что-нибудь из пакета? Козья хуйня, может? Козья хуйня есть, да? Если у Алекса Камынина есть козья хуйня, пусть он приезжает очень срочно. Срочно? Очень срочно. Мы ждем эти козули, блядь. Адрес ты знаешь, Лекс Камынин. Мы именно там сидим. UAV-тур, он говорит UAV-тур. UAV-тур будет у диктатора. Да, UAV-тур у него там, да. Мы, если что, сделаем совместный тур. У-бронепоезд будет называться, типа. На поезде поедем во все города. Кстати, Саня, Саня, тебе нравится диктатор? Кто это? Ты не знаешь, что такое диктатор? Впервые слышу. А этот тур, ты едешь по городам, дядя. Как? Ты едешь по городам, дядя. Нет, ты живешь по слухам, дядя. Проблемы. Ты жесткий? А? Не понять. А? Не понять.